Новая площадка для игр и тренировок появилась в Нижневартовске. Корт установили в одном из дворов, где действует пока единственное в городе территориальное общественное самоуправление. Установить объект на месте прежнего уже разрушенного корта удалось благодаря взносам жителей микрорайона, а также сумме, которую ТОС получила из бюджета города как некоммерческая организация. Это грант в размере 1 миллиона рублей. Часть средств затрачены на реализацию новогодних мероприятий. Выборы проекта, который будет воплощен в жизнь, проходили в несколько этапов. Сначала собирались предложения, затем проходило голосование. Наибольшее количество голосов собрала идея создать универсальную спортивную площадку, которая в теплое время года будет использоваться для игр и проведения дворовых матчей по футболу. А зимой – как каток. В итоге представители самоуправления приобрели заграждение, искусственное напольное покрытие и опоры. Осталось купить ворота для игр. В будущем в микрорайоне по подобной схеме намерены построить современную площадку для выгула собак. Сегодня представители ТОС Нижневартовска решают еще один вопрос – усовершенствование законодательной базы относительно таких организаций на федеральном уровне. По вопросу внесения изменений в закон о некоммерческой организации, либо по вопросу об инициации отдельного закона для территориальных общественных объединений, я обращалась и ходила на прием к депутату Государственной Думы Николаю Гавриловичу Брыкину. Ну, мы с ним договорились, что вопрос на контроле. Он с вопросом ознакомился, в тему вник и обещал взять вопрос на контроль.